туда хочешь? Предлагаю сделать, короче, ачиву на валитре. Там надо, по-моему, 6 хилов, чтобы каждый зашел в портал. Целый страхолит упал. О, как здорово. Заходите там быстрее. Подъезжайте сюда. Двакин, сюда, не туда, что ты там встал? Притон, где вы там, блядь? Бежим. Вы в конце рейда не могли, ребят, дать. Почему тянете? Че опять с кораблем этим ебучим все? Да поехали. Давакин, ты тут? Давакин, блядь. Ранцы взяли, да? Да поехали без него. Воспряньте, сыны и дочери Орды! Сегодня мы будем биться со смертельным врагом Лактарагар! Оркрон, взлетай! Пятая пати, только в пушке не садитесь. Хилить будете звездочку, он туда полетит. Это... И пушки... Чё, значит, мобов здесь? Ну, воид, воид. Это самое. Там, если пушки... Попробуйте в дальних мобов пострелять, наносит им урон вообще, это ядро, которое летит. Попробуйте их, это, чтоб только пушки... Наносит, наносит. Ну да, там по 900 урона. Ну там мало, конечно, да. Если полтинник разряжать, то он должно быть нормально. А так у них 100 тысяч хп, это надо, чтобы все пушки разрядились, но... Понимаю. Да когда же ебучий корабль починят уже, блядь? А что не так? Да таблетка не кидается, блядь. А, ты подвигайся там, право-лево. Найди место, откуда кидаться будет. Я хочу такую ракету бесконечную, но... Огонь!
Что там, сейвов хватает? Уже отрывает нормально. Дайте. Ладно, не дайте. Я не успел, ну тоже забыдать. А, вы чего умираете? Танк атака. Умер, уйдите оттуда. Ой, да хильте. Блин, еще я еблан, блядь. Че, мага-то добьете? Алло, блядь. Прием. И улетаем после мага сразу. Все, улетайте. Кто не улетел, тот не успел. Сколько там на нем было, чуть не заметил. 70 вроде. Добивайте. Надо как-то ДД сделать, блять. Заходите, Винс. Подожди, не открывай. Вы их или ресните, или что? Ладно, открываю, да? Там Intel, подушка, топа, поставьте там и PGP Outmaster. А я просто отключил, он у меня есть, просто тут ничего не надо. Кауга сотку. Да я не в гильдии же надо цель. А. Не, так нахуй, я так просто рольнулась, никому не надо. А у меня такое есть, мне не надо. Если надо, так возьму. Да, ты лут не получишь, если не будет аддона этого. Можешь получить, если в диссе голосом скажешь. Там. О, и плюсик там. Это я. Крит МП5. Поставьте рыбу, пожалуйста. Бурдаун тут? Че поставлю? Да. И этого самануть, спирита. Он дал ранее. Че, сову спекнуться? Да. Да. Шкаф поставьте, кожу. Шкаф, быстрый шкаф. Ну че ты в два ранее-то? Здесь хотели на бабки. Я здесь, чтобы забрать его. Вот его давай ранее. Что, ставки делаем? 300... сколько? 330. Не будет. Intel дай даст... бог. Intel даст 11к. Шелфир даст... 17. Песо 19. Спирит 21. Рарник 18. А больше хуй знает. Знаете, готовитесь. 3 секунды, 2, 1. Я понял, блядь. Вадикон, резай его быстренько. 0 ДПС, блядь. Ничего, сейчас давай. Фулл баф. Каску лапы, пристабаф по нему. Как бича просто разъебали. Да, за топкой пот откатился. Да, за добрый пот откатился. Натуре, блять, может он из-за этого и это
И упал. Тактика такая. Шлем собираем, да? Прикол за... Чё шлем? Да тебе, блядь, походу, если шлем собрать, тебя нахуй вообще, блядь, всегда с пула будут разъёбывать. Ты дамажишь там, чё 12 тысяч так мало? Не догнать уже никак? Брусты, наверное, проебал. Ну так, конечно, брусты-то в кадре остались, как назло. Не, залупа. Он синтек ебашит, ему похуй. Сдопад. Да, блядь. Как же ты так, нахуй? Ну ты хоть секунду постой в следующий раз, блядь. Так сдыхать это вообще пиздец, нахуй. Ну, мало того, что обидно, еще и ДПС не дашь. На личе такая же хуйня, там нельзя рядом с мобом стоять. Стой там, с чаржа начинай, чтобы тебя не разъебывали. Это скота дебильная привычка. Это на коте привык так пулить. Там хуй сорвешь. Так, ну что-то 348 показывает у меня пока что. Блять, подлаги. Ну это походу нахуй вертухайник. А, не, все, разлагал. Я думал, он админом написал, блять, что вы серф уронили, блядь. Заново. Мы же сегодня с расами что-то сделали, он сегодня может падать до хуй раз. Да хуёво. Рарник 21, нихуя себе. Паладин дамажит, получается? Получается. Ну, шейм как-никак. Дамажит шейм, а не паладин. Ну, скорее всего, да. 343. Смотрим, как я там говорил. Ну, Intel, бля, 16, нихуя себе. Шелфир 17 не дал, 14700, блядь. PS 17, Disgrace 17, VNSK 17.9, Akisa 18, что-то маловато стало. Ну, почему-то стаки слетели. Потому что лагануло из-за этого, видишь, простой был. Кнопки все. Ну, плащ. Стаков почему-то ушло. Как твой плащ, нахуй. Ты хотел там, блядь. Или он у тебя есть такой? Помните о чести, герои. Чё я хотел? У меня все плащи есть. На сервак лагает, чё, да? Наверное, чё за плащ? Не, у меня такой не хили был. Мне админ стирался, короче, залез в Викару и удалил вот эти стаки Т4. Нихуя себе. Попахивает хуйней какой-то. Как он называется, ну-ка? У меня тоже фултел мевон удалился, блядь. ПС, а как называются эти стаки? Скажи, пожалуйста. Этот, тебе срочно нужен этот токен, флегматизм? Сколько тебе их вообще надо? Там ПС просто просил. Это, ПС, дашь последний токен флегматизму? Печеньку. Последняя, ему говорит, осталась. Сейчас со следующих муж попадает. Бля, это походу из этих вылетов. Бросился. Ну, груль магик еще, видишь, вайпов было сколько за час прошли. То есть груль магик вообще 40 минут чистится, по-хорошему. То есть не все тут так страшно. Да, блять, и вылетели эти, конечно, квест ебаные, нахуй. Мне не нравится этот квест. Вот на чумку нравится, и там особо времени много не теряешь. Да, делается незаметно, так сказать.
Ебать, он дается ебашу, смотрите. Сколько надо хосты ШП? Да, блять, хуй знает. 1270. А, да. Ну так 600 просто. Маловато, хули. Чуть-чуть не хватает. Ну, 277 гир будет, нормально будет. Пока не парься. Там что-то говорят. Блять, как же там было? До 200-го, что ли? Короче, там до какого-то... До какого-то этом левела, что ли, идет это... СПД равно, короче... Хоста равно 0,98 СПД. То есть почти равно СПД, но чуть послабее. Вот, и до какого-то уровня хоста идет сильнее, чем СПД. Вот до какого, я не помню. Это во времена Накса, нахуй, хоста посильнее СПД. Я тогда собирал. Но сейчас СПД, конечно. СПД, крит. Ниже в хила, да? Да, да. Ну на всякий случай такое, то вдруг подушка с эйновином заблюет, и мы все подохнем. Или с эти два носка. На первой хуйне Шелфир готовься на хп давать. На первом стремлении. Давай, сейчас. Давай, читай. А на втором уже этот квеса дашь. Я на венмасакру дашь. И тотем от сил природы поставьте. Или давакин поставь листочек. Минус довакин. Это гимна на хп не было от пса. Так вот, камни локовские не ешь. Ребят, мне тут это идти надо уже срочно. Что-то я. Кому-кому? Видимо, я с вами не успеваю. Вардаунд, идти надо срочно. Уходить надо. Да, есть там замену у вас какая-нибудь? А, ну, наверное, найдем что-нибудь. Там Брюли где-то был. Сейчас прошу. Блять, хуёво, что мы это только сейчас узнаем. Ну ладно. А там, блин, хуйня одна произошла. Форс-мажор. Ну да. На ее такие дни. Ладно, всем пока. Давай. Так. Где там два носка, блять? И тут два носка. И тело какое-то в рейд хочет там вообще? Звоните, пожалуйста. Выните шкаф. Так, кто у нас хилим пойдет? Акиса или Гримзол, кто с вас хочет? Сейчас можно в 4, в принципе. Ну там на лане, на профи надо будет. Да мне без разницы, могу похилить. Давай тебя закину туда.
Ну я на профи, да, спекуюсь? До профа пока не надо. Да, да, пока побудь в этом ДД. Все, так, что там, рыба? Да, давайте рыбу. Ешьте. Так, ну я начну. Там уже после едкой гнили заберешь климатизм. Принимайте, вставайте по местам. Эти. Крестик, черепок, там споры дает что-то. И под боссом одна. Тоже добавили основу, которая с Джайны падает. Да? Вот. Нихуя себе. Кого добавили? Ну, не основу, а с Джайны предмет, который... А, легендарный пояс. Знаешь, что... Сколочек. Да, за 6 косарей, ебать. Да нахуй надо. Так лучше сделать. Угу. Удовольствие растянуть, так сказать. Я, кстати, в номер Сисала уже собралась все первую ВХ-шку. Ну или не первую ХЗ. Сейчас 39-го трая запинали. Войт, когда будет Дуар пойдем? А че его делать? Да просто проходить, блядь. Осколки ланировал брать. Надо бы сходить. Да сейчас видишь, двумя рейдами загружается, что, 3 дня. Если на эту неделю справимся, потом что у нас? Вот если день десяток, который вот его, вместо него ставить ульду, это уже на десятки не будет времени. Да надо от десяток отходить как-то, я не знаю. Мне кажется, из десяток, ну, кара, конечно, хорошо, что печеньку утонуть. Потом что, ну, Зуламан, ну, это такое, твинам, которые там... Не знаю, только Т4 выбили. Кара это еще долго мог. Ну, взломан зов. Взломан посох. Взломан плащ, кастер. Да, зов это заебись. Он, правда, не падает никогда. Он согласен. Давай флегматизм каплю. Готовься, наверное, мастераур и массакру. Макалистер, Пау, ГДЦ, да, Иннер. А нет, точек есть. А, теперь нажимаем сейв. Шалфир, ладно, нормально. Нормально. Я просто фул 4 дал по рейду. Ну и водикон по Эновену, да, и да и все, нормально. Добьют. Туда побежите, там Локи на гнилом шкаф поставьте сразу, я 3 шмотки раскидаю и суманете меня. И кому кровь нужна? Квест у кого-то есть на кровь? Было продать по гамке мне. Как и гниломорт. Молодец. Да найдется, наверное, кто-то. Кому нужно будет. Чувствую. Так, флегматизм нажимает. Так, сейчас. Не, тебе не получается, квест надо взять. Так. Сила гнили тогда. Давай, кин, надо тебе эту хуйню?
штаны, скорость, меткость. А сколько не было? Не было. Не было. Дедова кин. Блять, чё вы там? Давакин, спирит, вы тут? Ладно. Давакин написал 1 минута. Похуй. 3, 2, 1. Всё-таки хуяришь первый с автоатаки, да? Я понял. Да нет, это не авто, это макосный дебильный. Старта так называется. Не, ну, макос. Да, кровожадность называется. Да не, другой. Я короче, в макос это героически. Я не понимаю, кто это говорит вообще. Ты о ком, обо мне? Ну. Да это я, Равис. А, это Равис. Меня попросили применить. Так а ты на варе Малефициста что ли играешь, блядь? Ну сейчас да, он сказал, ебать. Что сильно. Я думаю, что за хуйня нахуй у него нахуй? Это вообще не он, оказывается, ебать. Ни ДПСа, нихуя, блядь. Еще и, блядь, срывается со всех боссов, блядь. Ты же подумал, что он приуныл там. Я думаю, хули он молчит вообще, блядь. У него с кольцом, почему у него на одном кольце только висит тут? Наложение. Он, наверное, он сбросил наложение. Да я вообще тут. У него есть макас, это ПВЕшн. Я его на макас нажал и все, и так и буду любить. Ну, второе я тоже не успел зачарить второе. У меня такое же кольцо. Я тоже сбрасывал наложение. Зачем на это... можно типа выключить наложение, зачарить и сбросить? И чарок останется? Да нет, только просто останется, я. Останется, статы давать не будет. Кого будешь на профи танчить? Куклу или профа? А, объект. Объект, ну. Боежка. Осколок. Но есть отличные новости. Он оставил море. Ничто не меняется, блядь. Сколько лет не проходит, блядь, все одно и то же. В каком смысле? Го, убьем паучков. Ради репофарма. Те же самые комментарии. Падает босс, объект, боежка, осколок. Сука. Все одно и то же, блядь. Да ладно, прикольно же. Стабильности как никак. Че, может, и выйдем по этих паучков? Так, кто с вас там повыше? Песа выше. Умрешь сейчас. Репу-то же как-то надо фармить. Вот, фармлю. Ой, это осколок. Благодарю.
плечи, а тебе зачем? Ну, ретрика, что ли? Покажу, где были. За сервак проголосовал. Все готовы, даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Зеленый. Кливаем зеленого. И переводим сразу. Добивайтесь, не? Сразу к столу веду босса. Служи выходить. 1%. Смотрите, колбы могут быть и пельмени. РДД подальше с хилами. Станьте подальше на 30 метров. Вон пельмени летят. Колбы не вижу, были, вроде не были еще. Готовимся, скоро колбы будут. Перед ебалом, миленький, готовимся. Вот поставил. Входим. Красный РДД. Пельмени отбежали. Все, милики, идите на красного. Интел, блять, я понял. Уходите от босса, колба 3 секунды. Идите красного бить. Сейчас колба появится. Все, появилось. Идем к зеленому. Макали, стрелец и интела. Сразу ему там щиток дадите. Зеленого зергаем. Интела фулл баф. Зеленого зергаем. Захиливаемся, дал незыбку. Да я забыл. Колба 2 секунды, милики, уйдите пока. Сейчас отведу немножко к зеленому. Все, колба. Отходим. Макалистер, сука, не лови пельмени, блядь. Разуй глаза. Посмотри на звездочку, блядь. Так, пока что бейте босса. Все, стоп. Стоп по боссу. Милик, идите красного бейте. Лужи, да. Лужи, лужи, лужи. Красного зергайте. РДД и по боссу тоже играете. Все, по боссу и по красному. Отойдите, колба сейчас будет секунду. Идите, милики, оттуда. К столу веду. 1% переводим. А что здесь? А, у нас Гера КД, блядь. От стола против часовой идем. Гера, Гера, минуты 50 секунд еще КД, блядь. Так что это не давайте. Хуярим. Можно было бы ретаунить, поучиться.
полезный навык. Ну да. Так, пока два стака. Лужа, отходим. Скоро колбы будут, милики, там готовимся. Так, вроде не ставил еще. Ну, четвертый стак забирай. Все, хуярь тебя добьете. Два носка, блядь. Ну что за хуйня, нахуй? Под ПС-кой словил колбу, блядь. Это Войт, можно я почилю минут 6? Ну вот типа на лане. Ой, блять, как его нахуй? Принцов, короче, это отойду на него. Да, почили, только Гримзол тогда вспекнись в хила. На трэш там, то вдруг сдохнем. Надо кому-то эту хуйня. Вань, заходи, у нас есть слот. Да-да. А ты был? Да-да-да. Так, это не надо никому. Так, защитник, покоритель. Ну, блядь. Защитник надо кому-то? Погнали. Не могу пригласить члена другой группы. Там два хила АФКшит. Подушки нет этого синтека. Смотрите, это осторожно. Я почему хилю? Надо тоже АФКшить. Я тоже так делаю. Блять, паука превратили. О. Почистил. Прист или сова какая-то, сагрите тактиков. Сначала справа. Да, это шаг. Бля, я говорю, Тухай, ты что там, блядь, таунт нажимаешь? Что это за хуйня? Бать. А, я в сапе стою, понял.
На совете на ком будешь? Ну давай на Келли тогда. Сейчас зайдет истинный вертухай. Выхожу. Хорошо, вон целка. Давай. Я на второй статик залечу. Тогда он там сушкой к ним. А как будешь хипы начислять? А, вы... Ну, он малефицисту начислит. Малефицисты был весерять своим чаром. А я с собой во втором нейринге полутаю хипы. Плечи боешки валяются в мобе. Значит, просто помощь. Сами разлагинился. Есть какая-нибудь фласка на СПД у кого-нибудь? Пришел фир. Ставьте шкаф, ставлю рыбу. Глупые смертные, думали, что одолели нас. Сан Лейн, непобедимые воины короля Лича. Теперь наши силы едины. Синтек, подходи. Останьте, братья, и уничтожьте наших врагов. Там поставки дадут. Три дня. Да что? Ну, походу, за сегодняшние баги. Так, давай Спирит и Топа на пульте на меня Валанара, а Дисгрейс ты давай кин Талдрама на Войда. Прагматизм на Келе. Все, я на месте. Даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Дайте просто баф. Spread out.
На второй вихре Валанара будешь массакру давать Эйновен. Так по КГ. Первый мой, второй твой. Вот скоро будет. Не, он не успел, не надо. Не убейте, Пала. Сферы там не забирайте, только спаун. Он там скинь агро раскол что ли нажми. Параша всякая выпала. Что-то уже в хуинс выпадает параша всякая. Кольцо надо кому-то крит МБ5, блядь. Поебень полная. А сколько нет? Да, давай. Кольцо поебень вообще, на самом деле. Прикольный шарик вокруг меня летает такой.
Вас диспел дайте. Дадут 3 дня поставок. Серьезно, что? Весело. Это вроде минут 15 назад говорили. Всем падающим на трэш и рыба. Блять, почему мы две рыбы ставим? На пул, сейчас гляну. Все, там есть. Дайте каску, паладин. Лапы друиды. Сейчас я сделаю, что спирит укусит. Интеллект, магия. Значит, первая взлетка. Массейв дает флегматизм. И на хп дает ауга. И мастера на тьму дает рарник. На второй взлетке мой массейв и Эновена, и твой Эновеновский этот мастера тоже. И на хп дают шалфир и пэса на второй взлетке. Все три приста на себя антифир перед пулом. Пэса не в сети. Почему он релогается? Макалстер, это самое. Хилы расставлять вас нет, да я думаю не буду вас расставлять. Там не такие нескиллованные нормальные ребята. Так, ПС зашел, проверка. Все готовы для отчета. 5, 4, 3, 2, 1. Что, на танка не учили напуливать, разбойники? Или что, или ругаться на вас надо? Видно уже в рейде, да, кто на кого напуливает? Конечно, видно. И ханты. А сейчас уже нахуй на... не надо нахуй напуливать, потому что я с укусом, блядь. Еще раз напомню, запомните на всю жизнь, блядь. Напуливайте вы с пула на лане, на танка, блядь. Топа, дисгрейсит и спирит, блядь, вас касается. И довакин. И во время трэша любого. Спирит, сюда подойди к пьедесталу. Я у кого успел, здесь пылил.
тильтись. Что, дают нам гимнаман, там тут читаю, потом поставим. У вас фул мана, зачем? Не знаю, тут время ставят. Ну, пускай. Спирит там, притону укуси. Миликов не кусай его. Притон укушен, притон укушен. Притон сейчас не укушен. Я притон накусал. Укушен, 18 секунд у него до укуса. А, да? Ну, блядь, вау. Песа сбегай, укуси. Я вертуха и укушу. Давайте, Геро. Вот эти тени сейчас продиспельте. Кто там Святос? Ярость Берсерка на себя. Эфира не будет нормально. Короче, незыбки нету, один стак только нахуй. Похуй. Энвен, давай всю хуйню. Два приста шалфир пэсса на хп читайте. Вставалку юзай, щиток и сразу давай. Сразу тотем ставь. Этот шалфир гимноману. И все, добивайте. Гири бы так. Ну там хп побольше просто. Да, мага побольше лутается. О, осколок. Да ебаный в рот, нахуй. Сука, сделали аддон, чтобы он не прыгал, блять. Два защитника надо кому-то? Ну а вертухайник, про товара собирай. Подарок, блять. Угасающий свет кому-то надо, пуха. Так. Сова хуярит там. Эрдру, походу, собрал уже. Пошли на Валику.